привет! Вы на канале Камила и Каролина. Мы с Каролиной готовимся к Новому году. Наряжать будем мы сегодня елку. Но мы сегодня одеты в сказочных героев. Я Снежка, она Эльза. Да, я Королиса Золушка, а я Эльза. Так Золушка или Белоснежка? А Белоснежка. Ты Золушка. 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 А я Эльза. Я Эльза. И у нас сегодня история будет сказочная. Начнем? Да. Нашу сказку? Угу. Давайте. Золушка, к тебе кто-то пришел, стучит. Золушка. Сейчас. Еще раз. Золушка, открывай. Сейчас еще одну кепочку. Ну ладно, ты украшай елочку, а я открою, да? Или ты сама? Трей, ты куда улегся? Ходили. А ну. Ходили. У нас тут игрушечки, да? Потом еще в ящичке у нас игрушечки здесь. И мишуры куча целая. А письмо писали Деду Морозу? Да. Да. А я тоже писала. Еще шапочек. И самолетик делает. И потом полетел самолетик. Да, полетел Дед Мороз. Самолетиком отправляла, да? Угу. Молодец. Это я. А ты что хочешь на Новый год? Вот эту, я сегодня сердечку. Что хочешь? Сердечку. Сердечко? Большое сердечко? Да. И манго. И манго. Вы же говорили, что кухню хотите, когда вы играли. Да. У вас я же ваша поломалась. Кухня, да. Да. А что случилось с вашей кухней? На огороде? Поставили на огороде? Да. И забыли убрать, да, ее дождик намочил, и она перестала работать. Да. Вот здесь чепка.
Йо. Красотень получается. На. На, повесь. Давай. Сидите. Красота. Вот это. На, две. Красиво у вас получается. Да, красота. Подержим, чтобы хорошо прилепился. Красиво. Да, мы, конечно, хотели елочку побольше, да, и попышнее. Но похудее, потому что у нас нет места для елочки пышной, да, девчонки, жалко очень. И нам пришлось покупать высокую, но лысую елочку. Да, потому что нет места ставить пухнастую. Да, королюшка? Золушка, да? Молодец. Упала. Красотища. Скоро Новый год. Эльза, а эти куда ты елочки будешь ставить? Вот эту я хочу туда поставить. Куда туда? А я вот эту хочу. А я хочу маленькую. Возле картины. Мама! Вот так. Я хочу маленькую на елку поставить. На елку не поставится. Очень красивая елочка. Маленькая. Третья. Ну что, девчонки, украсили елочку? Да. Да, украсили елочку. Или вы не только елочку украшали? Не только. Ну пойдемте посмотрим вашу работу. Вот здесь еще одни елочки. И вот эта красота. И Дед Мороз и Снегурочка. И Дед Мороз и Снегурочка. И Снегурочка. А Снегурочка? Снегурочка поет. И елочка. Будем включать Снегурочку? Да. Я хочу кутить. Давай, я кутить. Стременько.
работает. Уронили. Еще одна елочка, да, со снежинками, красивая. Еще одна елочка. Там красота, там у нас рыбки. Рыбкам весело, да? Здесь две елочки и одна большая. И вот такая. И со снегом. И вот. Да, и а вот. Эта елочка, это и самодельная, вот. Да? Снеговичок самодельный. Мы потом в следующий раз снимем видео. Покажем, как делать снеговичка такого и елочку, да? Да. Она ничем не отличается от обычной пластмассовой елочки, да? Такая же красивая, нарядная. Да. Да. И пойдемте дальше. Просто можно взять несколько вот так. Любим цветом. Мы разные цветы. Тут даже подарок есть. Да. И там тоже по снежок есть и елочка такая. И вот смотрите. Здесь тоже красота, не да? Да. Да. Пойдем. Вот это мне идем. Больше всего понравилось. Ой, елочка ваша, почему не мигает? Ну давай скажем волшебное слово. Да. Давайте на раз, два, три. Раз, два, три. Елочка, гори! Не помогает, не зажигается. Может, слабо мы кричим? Да. Нет. Мы с тобой улучшим, но попробуем еще поколдоваться. А ну, давайте поколдуйте. Раз. Королюша, что такое? Почему ты только колдуешь? Давай, два. Раз, три. Два, три. Елочка, гори! Ну, что-то вы совсем сейчас слабо крикнули. Давайте громко. Прям громко-громко крикнем. Королюшечка, иди сюда. Иди сюда, за, иди. Скорее, надо волшебное слово крикнуть. Иди сюда. А может мы крикнем «Елочка-красавица, гори». Каролин, ты слышишь? Раз, два, три. «Елочка-красавица, гори». Ну что, зажглась? Ура! Выключайте свет, и мы покажем нашу красавицу. Еще вот там, какая она. Красивая, яркая, да? Вот так. Красота. Вам нравится? Да. Прям дискотека. Не падать. И пала. Вы баловница. Ну что, вставайте возле своей елочки и говорите зрителям пока. Да. Ну сначала я хочу сказать пожелание. Давай включим свет. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, чтобы все были счастливы и радовались всегда. Я хочу. Молодец. Я хочу. Давай. Не, громко. Громко говори. Тихо, тихо. Говоришь, нет? Говори, поздравляем всех с наступающим Новым годом. Мы отзываем место.
счастья, добра, удачи. Хороших подарков. И Дед Мороз и принесет подарки. Хорошо учитесь, да? Да. Будьте еще умницами, слушайте маму, папу. Еще у кого зимой день рождения, тоже поздравляем. Да. Ну что, пока-пока. Да. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами мы были Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Пока-пока. До новых встреч. Пока. А наши приключения только начинаются, да? Да. Ha ha ha.